Первая глава книги пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во время Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас». Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, за любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйся, переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы. Ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты — начало греха, дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маршеф-Хеф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша, он пройдет до Одол-Лама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя».